Всем привет, и мы продолжаем игру Лунтик мини-игры. И, друзья, мы уже накопили 800 монеток, чтобы открыть последнюю игру из этой серии игр. Итак, друзья, давайте-ка мы ее откроем. Вот так. Вы действительно хотите сделать эту покупку? Да, 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 здорово. Итак, ну что же, друзья, давайте-ка посмотрим, что же за игра с вот этими забавными пирамидками. И снова привет, дружище, у меня для тебя новые задания. Помоги мне переместить кольца с одной пирамидки на соседнюю башенку, так, чтобы полностью построить пирамидки на другой башне. Будь внимателен, ведь это не так просто. На маленькое колечко нельзя ставить большое, только наоборот. Справишься? Поехали. Ну давайте-ка, друзья, попробуем, что это за игра. Вот, бонусы 60 монеток за это дают. Так, ну, как бы, вроде бы ничего сложного. Давайте-ка, друзья, попробуем. Вот так. Вернее, давайте-ка вот сюда. Вот так. Отлично. Вот, замечательно. Вот, смотрите, друзья, как здорово все у нас получилось. Вот, выполнили задание, получили монетки. Ага. Итак, друзья, усложнилось. Уже в пирамидке есть 4 элемента. Ну, давайте-ка попробуем справиться с вот этими 4 элементами. Итак, давайте-ка попробуем вот так. Вот так. Отлично. Так, кроме того, друзья, еще давайте-ка попробуем вот. Отлично. И еще вот так. Вот я только не знаю, достаточно ли на одну переместить или нужно, чтобы больше переместилось. Так, ну что, друзья, давайте-ка мы попробуем, вернее, вот так вот, смотрите, элемент переставить. А теперь вот так. Получится ли, друзья? Да, 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 друзья, получилось. Вот, как замечательно. Уже, друзья, есть следующий этап, уже 5 элементов у нас. Это уже намного сложнее, это уже не так-то просто будет, друзья, сделать. Кстати, тут еще и подсказки какие-то есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что это было, друзья? Какая-то вот такая вот забавная подсказка была, неожиданно. Я ее нажал, вы видели, друзья, что случилось. Ну, в принципе, прикольно. Прикольно, вот только очень неожиданно это все случилось. А ну-ка еще раз посмотрим. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так и еще вот так. Множество элементов перемещалось. Вот, вот как это все можно сделать. Довольно-таки забавный вариант. Давайте-ка вернемся, друзья, назад к другим мини-играм. Попробуем еще несколько мини-игр. Итак, первая мини-игра очень простая. Итак, соединяем звездочки по порядку и получаем монетку. Все очень здорово, все очень просто. Вот так, вот так, вот так, вот так. Соединяем, соединяем, соединяем. И открывается картинка. Вот за это получаем монетку. Очень здорово. Какой же здесь открыется у нас герой? Давайте-ка посмотрим. Так, здорово, 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 друзья. Давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас откроется. И это открылся рак. Очень замечательно, друзья. Так, кто же здесь у нас откроется? Давайте-ка, друзья, посмотрим. Вот так соединяем звездочки. И открылся то ли вупсень, то ли пупсень. Точно я их что-то не различаю. Так, вот, замечательно, друзья. Давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас откроется. Вот так, вот так. Ага, и Мила. Божья коровка Мила открылась. Очень интересно, друзья. Забавно, кто же здесь у нас откроется. Давайте-ка, друзья, проверим. Вот так. Ага. Ага, вот еще звездочка. Вот так, вот так, вот так, вот так. Да-да-да-да. Вот замечательно. И еще вот так. Вот, по-моему, это бабочка Илина, но, возможно, я, друзья, ошибаюсь. Так, ну, а здесь должен быть Лунтик. Сейчас давайте-ка, друзья, проверим. Посмотрим, кто же здесь спрятался. Вот так. Вот. Ага, нет, это оказался генерал Шер с вот этим чудесным тортиком. Ну, я надеюсь, что здесь хотя бы будет Лунтик. Где-то он прячется.
Но в этой игре он точно должен быть. Нет, это баба Капа возле Ивы. С чудесным пирогом. А кто же здесь у нас будет? Вот, ну, судя по объему, это тоже точно должен уже быть мультик Лунтик. Нет, это муравьи. Вот так никак мы не можем нашего Лунтика открыть. Но надеюсь, что здесь сейчас он появится. Давайте-ка, друзья, посмотрим. Да, вот, ну наконец-то открылся наш Лунтик. Здорово, друзья. Ну, давайте-ка перейдем к другой игре. Давайте-ка мы перейдем к вот этой игре. Ну, давайте-ка поможем Лунтику. Итак, у нас есть свет вот такой вот забавный. Ну, давайте-ка, что ли, попробуем вот взять вот этот. И еще белый. Желтый и белый. Должен получиться какой-то бежевый. Ну, это какой-то голубой. Ну, возьмем синий. И вот это серый, наверное. Ну, как-то так вот, друзья. Ага, а это что у нас? Какой-то тоже вот такой вот забавный цвет. Я думаю, тут нужен синий-зеленый. Молодец! Ну вот, друзья, я думаю, смысл игры вы поняли. Ну, давайте вот последний раз еще смешаем. Вот зеленый и белый получится какой-то светло-зеленый. Итак, перейдем к другой игре. Так, что здесь нам нужно? Еще монет. Тогда помоги мне разукрасить меня и моих друзей правильными цветами. Ну, судя по всему, игра несложная. Давайте-ка посмотрим, что здесь есть. Ага, вот. Смотрите, вот есть подсказочка. Нажимаем. Есть вот такой вот нежный розовый цвет. Потом более яркий и фиолетовый. Ну, давайте-ка попробуем взять вот этот цвет. Вот кисточкой разрисовать нашего Лунтика. Посмотрим. Ага, ноги и пальцы у него не надо разрисовывать. И берем более темные цвета. Вот. Вот здесь пятнышко на лбу. Еще в ушках сердцевинки. Вот так. Вот и улыбка. А ну-ка, друзья, посмотрим. Ага, и уже более темный идет цвет. Нужно ушки вот так и ступни ног. Да, вот-вот. Ну, смысл, друзья, я думаю, вы поняли. Так, ну, пока давайте не будем раскрашивать вот это то ли упсиня, то ли пупсиня. Ну, хотя давайте-ка еще одного зверька раскрасим. Так, животик желтеньким. Вот так, спинку зелененьким. Светло-зеленым. Вот так. Хорошо. Давайте-ка посмотрим еще подсказку. Вот так как-то. Хорошо. А уже более темным щеки. Вот так. А еще темнее жилетку сделаем. Ой-ой-ой, друзья, немножко я вот здесь неправильно сделал. Еще нужно темно-красным сделать башмачки нашему вупсиню. Вот так, смотрите, друзья. И еще вот, кстати, кусочек вот маленький. А шапочку вот так. Ага, еще одну руку мы пропустили. Так, все сделали. Ага, нет, нет, друзья. Туловище у него более зеленое. Вот так. Еще вот здесь немножко. Вот. Да, да, друзья, получилось. Ну что, давайте-ка перейдем к другой игре. Так, следующая игра у нас с... Мы с тобой отличная команда. Помоги мне сложить мозаики и получи дополнительные монеты. Если ты забудешь, как должен выглядеть рисунок, нажми на кнопку с вопросительным знаком, и я подскажу тебе. Ну вот, вот такая вот задача — сложить мозаику. Давайте-ка поможем нашему Лунтику. Так, давайте-ка возьмем подсказочку, посмотрим. Вот. Низ зеленый, как бы все просто. Да, вот так, вот так, вот так, вот так. Здесь все просто. Посмотрим. Ага, еще одна зелененькая. Вот. Замечательно. Хорошо. Теперь нужно коричневую.
использовать вот так, по-моему. Ну-ка. Нет, я ошибся, друзья. Вот давайте-ка осветлим. Вот проверим. Да. И следующую коричневую, по-моему, вот здесь проверим. Ну, почти, почти немножко. Немножко, друзья, ошибся. Ну, вот теперь, а теперь попробуем использовать красную. Вот так, замечательно. И еще вот, вот так, очень хорошо. Посмотрим подсказочку. Вот так, замечательно. Хорошо, отлично. Еще вот так. Да, здорово, друзья. Очень хорошо. Теперь нужно вот эта голубая. И сейчас сделаем хвостики зеленого. Вот так, посмотрим. Отлично. По-моему, с хвостиком все. Еще один кусочек. Вот, смотрите, друзья, как здорово получилось. Теперь используем желтенькую. Вот так. Замечательно. Одна зеленая. Голубая. И три желтеньких. Вот так. Смотрим, друзья. Ага, нет. Одну я ошибся, друзья. Вот эту нужно убрать. Итак, посмотрим. Красная и вот как бы такой вот мячик из коричневой. Вот давайте-ка мы сделаем вот так. Да. Ой-ой-ой. Одна лишняя оказалась. Вот, здорово. Вот такая вот интересная игра. Ну что, возвращаемся назад. Возвращаемся пока назад. Ой-ой-ой. Как бы я хотел назад вернуться. Друзья, что-то я не совсем понял. Как нам назад вернуться? Давайте-ка попробуем. Вот. Хорошо, давайте-ка попробуем вот эту игру. Рад приветствовать тебя на новом уровне. Проведи пальцем по экрану и посмотри, что я тут припрятал для тебя. Ну давайте-ка, что-то Лунтик спрятал. Что-то не совсем понял, как эта игра работает. Это просто розовый экран. Это какая-то, друзья, нерабочая игра. Что-то она мне не нравится. Давайте-ка вот эту сыграем. Хочешь еще монет? Нажимай на карточки. Помоги мне отобрать одинаковые фото со мной и моими друзьями. Ну, здесь как бы все, друзья, просто. Давайте-ка посмотрим. Так, вот у нас черепаха, а здесь у нас бабочка. Здорово. Очень простая игра. Тоже все очень просто. Здесь муравьи. Здесь баба Капа, а здесь у нас тоже бабочка. Отлично. Ну, вот такая вот, в принципе, довольно-таки простенькая игра. Вот смотрите, собрали паука-шнюка. Здесь светлячка. Здесь у нас Мила. А здесь черепаха. Ну, вот, вот, друзья, очень хорошо. Собрали довольно-таки здорово. Ну, давайте-ка перейдем сейчас, друзья, к другой игре. Итак, новая игра. И здесь есть цвета, фигуры и узоры. Ну, давайте попробуем цвета. Что здесь нужно сделать? Ах, вот ты уже где, мой друг. Помоги мне решить, на какую картинку с нижнего ряда похожи картинки сверху. Ну, давай попробуем, Лунтик. Так, вот у нас есть голубая чашка. Давай-ка мы поместим ее на голубой фон. Вот замечательная. Желтая с бабочкой на желтый фон. Серая с рыбкой на серый фон. Вот так. Красная с розой на красный. Желтая с самоваром на желтый. Белая с светильником на белый. Голубая с подушечкой, то ли салфеточкой, на синий. Так, зеленый шарик на зеленый фон. А вот смотрите, черная перьяка на черном фоне, на черный фон. И еще коричневый, то ли бочка, то ли что. Ну, как-то вот так, здорово. Давайте-ка еще фигуры попробуем. Так, шоколадка квадратная, похожа на квадрат. Вот ведро, похоже на такую вот трапецию. Треугольный знак, похож на треугольник. Шарик, похож на овал. Морская звезда на звездочку. Вот такой вот кристалл на ромб. Спасательный круг на круг обычный.
вот этот кусочек апельсина на круг. Пила, зубья пилы похожи на вот такие вот шипы или зубья. И еще вот на соты меда похожи на шестигранники. Здорово, здорово. Ну и давайте-ка еще, друзья, есть игра какая-то у нас узоры. Посмотрим, что такое. Так, вот такая вот шапочка похожа на вот этот узор. Лунтик похож на вот такой вот забавный узор. Кстати, вот узор черепахи. Так, узор для носочка, он сверху. Давайте-ка его сюда переместим. Вот узор из тарелочки, узор с рыбки, узор с чашки. Так, это у нас узор из мячика. Вот сюда давайте-ка поместим. Узор бабы капы и узор из улей меда и сотов. Ну, замечательно, друзья. Вот такая вот необычная игра. Так, вот, откроем ее, открыли. И давайте-ка, друзья, посмотрим, что же это за игра. Привет, дружище! Давай сложим эту головоломку вместе и заработаем еще монет. Не забывай, что ты всегда можешь нажать на кнопку с вопросительным знаком для подсказки. Ну, давай, давай, Лунтик. Так, ну вот, есть вот такой вот забавный жучок. Что это нужно сделать? Ага, вот, друзья, вот так как-то вертеть, крутить. Ну, как-то вот так. Вот мы сложили лунтика. А нужно... А ну-ка, ну, друзья, ага, нам нужно сложить вот такого вот жучка. Вот, один кусочек жучка мы сложили. Вот, ну давайте-ка попробуем. Вот, получилось, друзья. Вот такая вот необычная, забавная игра. Довольно-таки забавно крутить вот этими кристалликами, такими кубиками, друзья. Довольно-таки забавно. Вот кусочек черепахи мы уже собрали. Вернее, два кусочка. Ну, пока давайте-ка в разные стороны покрутим. Все не получается. Вот, да, получилось, друзья. Ну, смысл, я думаю, вы поняли. Давайте-ка попробуем следующую игру, друзья. Друзья, если вам эта игра понравится, я буду дальше снимать продолжение. Если... Спасибо, теперь ты мой лучший друг. Ты помог мне справиться почти со всеми заданиями. Давай сложим нашу общую песню так, чтобы она звучала правильно. И посмотрим, что получится. Давайте-ка, друзья, посмотрим, что из этого получится. Итак, как же это звучит? Вот так. Так, что-то мы сложили, друзья, не так. Давайте-ка поменяем местами. Вот, друзья, значит, меняем местами вот так. Да, получилось, друзья. Вот, такая вот забавная игра, довольно-таки необычно. Хорошо, ну здесь все просто, просто поменяем местами. Да, вот такая вот, друзья, забавная игра, Лунтик мини-игры. Мы открыли практически все игры, а все другие приключения разных героев плейлиста. И не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока-пока!